priekš jums ir banku tēlu futbola turnīrs. Sīšies ar savam izlikumam. Sežot visu nedēļu ofisā ir laba iespēja modīt labi brīvdienas izkustēties. Tā ir tradīcija, jau vairākas gadus pēc kādas. Tu laiku pavadīšanu ar citu banku profesionāliem. Mēs skaitā ar savas komandas biedriem. Aš varu pavadīt laiku. Paši darbiņš, mēs rītā, augstajā zīmā. Rītā Rosmē. Да, позитивное настроение какое-то новогоднее, но отличный настрой, классный футбол. Традиция, которая позволяет после Нового года прийти в себя, вернуть себя в форму, готовиться к лету, встретиться с друзьями, ну и, наверное, самое главное, защитить честь нашего места работы. Традиция на Росбанте, сведения, испанец, посадку в целом. Cik sevi atceros, kad reizi šis turnīrs notiek? Tā ir tradīcija gadu garumā. Ļoti patīkama tradīcija. Otrakārt, tā ir iespēja satikt kolēģus no citām bankām, no citām komandām, ar kurām sveicināmies uz ielas kā draugus. Šis banku turnīrs priekš Latvijas bankas nodēļ tikā tradīcija. Katru gadu sākam ar futbolu un gūstam patiesas. Это возможность снова встретиться с лучшими коллегами, пообщаться, почувствовать, уже я 7-й год участвую в этом турнире, снова почувствовать эту атмосферу. Для нас это возможность поиграть вместе, показать себя. Сплочение коллектива. И эмоции, радость победы и горечь поражения. Покричать и поболеть за свою команду. Да, время турнира протекает маленький кусочек нашей маленькой спортивной жизни банка. Банки турниры для меня моя жизнь. Это все связано у меня с футболом. Турнир, которому всегда что. Приятно, что банковский турнир превратился в такую своеобразную традицию. Каждый раз после Нового года мы встречаемся вместе с друзьями, коллегами по работе и участвуем в этом турнире, который очень так хорошо поставлен уже с первого года и становится все лучше и лучше. Мир – это встретить друзей, пообщаться, посоревноваться. Для меня всегда радость играть в этом турнире. Спасибо. Единить коллектив и сыграть единой командой. Это